Эти вот спасательские дела, акбаровские, знаете, как уже надоели. Вот так вот приляжешь, он тебе притащит какую-нибудь игрушечку, начинает тебя обозначать. Так что иметь собаку-спасателя, это не всегда очень хорошо. И не наругаешь же его, вот он же прав. Давай. Давай, давай. Давай. Вот обратите внимание, что он даже дистанцию держит, не нарушает, чтобы не пострадавшего как бы не затоптать. Умница моя, красавица моя. Молодец, гуляй.